Свердловская область принимают 9-й раз «Ночь искусств». В России она проходит в 10-й раз. Впервые инновационный культурный центр является оператором региональным этой акции. Проводится онлайн-марафон творческий на нашей площадке. Свердловская область бьет рекорды. В этом году у нас уже число участников площадок, которые принимают акцию, перевалило за 400. Поэтому это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Само количество предложений тоже поражает. То есть это более 1500 мероприятий проходит одновременно в одно и то же время. И я не удивлюсь, что некоторые семьи успеют побывать в нескольких учреждениях и посмотрят кино, и увидят концертную программу, и посетят галерею, приобщаться к культурным проектам, которые Свердловская область сегодня активным образом показывает самое лучшее. Несмотря на то, что хороший оркестр у нас, и посещаемость, и кассовые сборы хорошие, то есть программа интересная, но мы не могли реализовать себя, то есть за пределами Донецка. Вот. А сейчас такая возможность появляется, и хоть пускай это какие-то тематические какие-то программы концертные, да, там номера отдельные, но все равно это как новый мир. Родители в шоке, как так первый урок ребенок играет. То есть это здесь все буквально можно продемонстрировать на любом желающем, который к нам обратится. Ну, это довольно-таки эмоционально с первого раза вот так вот сесть, попробовать, да еще и в ансамбле. И человек чувствует, что он синхронно попадает со всеми в ритм. Буквально зажигательная мелодия у него вырывается из-под пальцев, со струн. Это маленькое чудо. Эмоции просто зашкаливают. Очень интересно послушать людей и эмоционально, да, очень. Искусство объединяет, да, это правильно. Это сближает, это развивает. Это все саморазвитие. Их философский смысл, их какой-то метафизический смысл, их духовный смысл. И это здорово, это развивает не только эмоционально окраску, но еще и разум вселяет, вот душу прочищает, сердце успокаивает и разум просветляет. Вот это здорово. Поэтому вот это вот, когда вот, особенно когда вот с детьми, с внуками, с семьей, то их к этому приобщаешь, это здорово. И сам находишь что-то новое, думаешь, что уже убелен сединами, вроде многое, если не все, знаю. Оказывается, мы многое мимо пропускаем. Это, конечно, классно, что у нас проходит такая ночь. Это как-то приобщает к культуре людей. В частности, я приехал на квартирник как музыкант и как исполнитель. То есть я деятель искусства и, по сути, очень рад для людей, даже не своего города, играть. И в целом мне очень нравится вообще любая такая идея, связанная с